Подводя итог первому году работы в Индии, мы можем уверенно сказать то, что мы знаем, с кем работать, над какими адресными проектами и какие шаги необходимо предпринимать. Мы убедились, что для Skyway Индия является уникальным рынком. Во-первых, потому что на данный момент Индия выходит на лидерские позиции по темпам роста экономики. Одновременно небольшой, порядка $1500 ВВП на душу населения, говорит о том, что в стране будут востребованы транспортные технологии, позволяющие обеспечить небольшую стоимость билета. Поэтому Skyway, предлагающий оригинальное транспортное решение, и заинтересовал представителей органов власти и потенциальных заказчиков. Во-первых, как технология, аналогов которой нет, а второе, как технология, уже находящаяся на стадии полноценного промышленного прототипа. И здесь мы вписываемся в теорию о подрывных инновациях, которая говорит о том, что крупные компании заинтересованы в первую очередь в продаже своей продукции крупным клиентам, оставляя без своего внимания более бедные рынки. Здесь выходят на первый план небольшие инновационные компании, которые предлагают свой продукт, свой дешевый, доступный продукт, пусть не такого качества, как у больших конкурентов, но они заинтересованы в поисках рынков, и тем самым начинают работать на тех рынках, которые не интересны для крупных концернов. По ходу нашей работы в Индии мы нашли такие крупные рыночные ниши, где Skyway органично является первооткрывателем и представляет огромный интерес для заказчиков. В первую очередь, это рыночная ниша контейнерных перевозок. Skyway предлагает здесь дешевое транспортное решение для перевозки контейнеров из экспортных зон в порт, убирая самый сложный участок маршрута, зона около порта. Здесь мы находимся в такой уникальной ситуации win-win, потому что и не входим в конфронтацию с союзом автоперевозчиков, потому что они сами рады избавиться вот от этого неэффективного участка маршрута, где водитель просто вынужден простаивать, вместо того, чтобы ездить за следующим грузом. В итоге порт получает управляемую транспортную систему эффективную, водитель исключает из своего маршрута вот этот вот неэффективный участок пути, а Skyway открывает огромную рыночную нишу портовых контейнерных перевозок. При успешной реализации одного проекта на территории одного из портов страны количество таких проектов по стране превышает 300, а то и 400 штук. Вторая ниша, которая открывается для Skyway, это так называемая система фидеров или транспортное обеспечение крупных логистических узлов, например, станции метро, потому что в Индии добраться до самой станции метро представляет собой довольно серьезную задачу. И здесь, соединяя жилые районы, деловые районы с линиями метро дешевой, легкой транспортной системой, Skyway также не имеет аналогов и представляет очень большой интерес для властей. И третий визит это был в энергетическую компанию штата Махараштра. У них проект по перевозке угля из угольного разреза в электростанцию. И их заинтересовали оба наших транспортных предложения. Это и Unitrack, который уже демонстрируется в экотехнопарке в Мариной Горке,
А также сейчас конструируемый Unitrans. Это такой рельсо-ленточный конвейер. Следующим шагом, это 11 сентября в рамках Белорусско-Индийского бизнес-форума, мы подпишем ряд соглашений с потенциальными заказчиками и совместно с нашими деловыми партнерами в Индии приступим к разработке технико-экономического обоснования по ряду проектов. Индийский рынок предоставляет SkyWay уникальную возможность занять вот эти вот новые рыночные ниши, избегая столкновения с потенциальными конкурентами, а предоставить потенциальным заказчикам эффективное, востребованное транспортное решение.